хороший результат для вас или не очень? Ну, по счету, наверное, хороший. На выезде взяли очко, но рассчитывали на больше, естественно, при счете 1-0. Чуть-чуть потеряли концентрацию в пару моментах и, к сожалению, пропустили. А «Торпеда» чем-то сегодня вас удивила? Готовились к этой команде наверняка довольно плотно. Какую-то, какие-то интересности предложили вам сегодня московский футболист? Да нет, мы разобрали. «Торпеда» играла в 3 центральных защитника и 2. И мы готовились ко всему. В принципе, ничего сверхъестественного не предложили. Хорошая команда, боевитая. Приятно было играть. А было такое ощущение, что когда вас меняли, как будто бы не очень довольны вы заменой были? Или это со стороны просто показалось? Или хотели прямо отыграть все 90 минут? Ну, футболист, мне кажется, каждый хочет отыграть 90 минут. Не было такого, что прям недовольность была. Ну, хотелось, конечно, там побольше, но решение тренера не оспаривается, поэтому если он так сделал, значит, так надо. Спасибо огромное и удачи в дальнейшем.